Президент Республики Узбекистан подписал указ об образовании Министерства инновационного развития Республики Узбекистан. В современных условиях широкое использование достижений мировой науки и инновационной деятельности становится важнейшим фактором динамичного и устойчивого развития всех сфер жизнедеятельности общества и государства, построения достойного будущего страны. За истекший период создана необходимая инфраструктура в сфере развития науки и технологий, сформирован определенный интеллектуальный и технологический потенциал. Вместе с тем, наличие следующих системных проблем – недостаточное использование имеющихся возможностей и потенциала для разработки и внедрения инновационных идей и технологий препятствует эффективной реализации намеченных реформ и ускоренному инновационному развитию страны. В частности, первое. Отсутствует должный комплексный анализ и изучение достижений и тенденций развития современной науки и инновационных технологий при разработке государственных программ, в результате чего данные программы зачастую нацелены на устранение последствий проблем и не решают вопросы долгосрочного развития. Второе. Текущее состояние организации фундаментальных и прикладных исследований не обеспечивает должные условия для полной реализации и практического внедрения инновационных идей и разработок. Третье. Отсутствие единого органа, обеспечивающего стратегическое прогнозирование, сопровождение и внедрение инновационных идей, разработок и технологий. Разрозненное функционирование научно-исследовательских и информационно-аналитических учреждений не позволяет в полной мере интегрировать науку, образование и производство, что снижает эффективность проводимых исследований. Четвертое. Недостатки в организации деятельности по определению приоритетных сфер и отраслей, требующих первоочередного внедрения высоких технологий, ноу-хау и современных разработок, приводит к технологическому отставанию и ограниченности производства инновационных товаров, работ, услуг. Пятое. Преобладание в отдельных случаях узковедомственных интересов при организации научно-исследовательских работ и внедрении инновационных идей и разработок является одной из причин нерационального использования бюджетных средств. Шестое. Не уделяется должное внимание применению государственно-частного партнерства в реализации инновационных идей, разработок и технологий, а также совершенствованию инфраструктуры для внедрения инновационных продуктов. Седьмое. Сохраняется низкий уровень сотрудничества с зарубежными международными организациями, обладающими высоким опытом и потенциалом в сфере разработки и внедрения инновационных продуктов, а также их использования в решении актуальных проблем развития отечественной науки, промышленности и экономики в целом. Данные обстоятельства требуют коренного совершенствования институциональных и организационно-правовых основ государственного управления в сфере организации разработки и внедрения инновационных идей и технологий. В целях обеспечения ускоренного инновационного развития всех отраслей экономики и социальной сферы на основе передового зарубежного опыта, современных достижений мировой науки, инновационных идей, разработок и технологий, а также в соответствии с задачами, определенными в стратегии действий по пяти приоритетным направлениям развития Республики Узбекистан в 2017-2021 годах. Первое. Определить основными направлениями инновационного развития Республики Узбекистан создание системы стратегического планирования, позволяющей формировать будущие модели инновационного развития приоритетных сфер и отраслей на основе долгосрочных сценариев повышения интеллектуального и технологического потенциала страны. Внедрение инновационных форм государственного управления, обеспечивающих оптимизацию и упрощение процедур оказания государственных услуг. Повышение эффективности деятельности органов государственного управления, формирование современной инфраструктуры развития науки и инновационной деятельности способно обеспечить необходимые условия для устойчивого роста социально-экономического потенциала территории, а также повышение уровня жизни и благосостояния населения. Широкое привлечение инвестиций в сферу разработки и внедрения инновационных идей и технологий, совершенствование нормативно-правовой базы, обеспечивающей их дальнейшее развитие, всестороннюю поддержку и стимулирование научно-исследовательской и инновационной деятельности, прежде всего, творческих идей и разработок молодого поколения, а также создание благоприятных условий для активного участия талантливой молодежи в данной деятельности, создание эффективных механизмов продвижения и внедрения перспективных отечественных достижений в научно-исследовательской и инновационной деятельности, включая организацию и укрепление материально-технической базы научно-экспериментальных специализированных лабораторий, центров высоких технологий, технопарков и других инновационно-ориентированных структур, в том числе с участием иностранных инвесторов.
Активное внедрение природоохранных ресурса и энергосберегающих технологий, в том числе путем широкого применения альтернативных источников энергии, современных форм очистки и опреснения воды, ее рационального использования. Широкое внедрение передовых технологий в сферу здравоохранения, позволяющих осуществлять раннее выявление и профилактику заболеваний, своевременное и эффективное лечение, а также создание комплексной системы, направленной на формирование в обществе здорового образа жизни и воспитание здорового поколения. Продвижение инновационных идей, разработок и технологий в аграрный сектор, в том числе новых селекционных сортов сельскохозяйственных культур, способствующих повышению эффективности производства и экспортного потенциала производителей сельскохозяйственной продукции, укреплению продовольственной безопасности страны, ускоренное внедрение современных информационно-коммуникационных, промышленных и иных инновационных технологий, обеспечивающих всестороннее развитие отрасли реального сектора экономики, расширение сотрудничества с передовыми зарубежными международными организациями в сфере инновационной деятельности, в том числе путем их привлечения на отечественный рынок производства ноу-хау, нанотехнологий и высокотехнологичных товаров, работ, услуг. Второе. Образовать Министерство инновационного развития Республики Узбекистан, Фонд поддержки инновационного развития и новаторских идей. Третье. Основными направлениями деятельности Министерства определить. В сфере внедрения инноваций в государственное и общественное строительство, организацию выработки инновационных идей, разработок и технологий, проведение научных исследований, направленных на развитие системы государственного и общественного управления, повышение качества государственных услуг, содействие широкому внедрению механизмов государственно-частного партнерства, прежде всего в инфраструктурные объекты и наиболее ресурсозатратные отрасли, выработку инновационных подходов взаимодействия государственных органов с институтами гражданского общества и населением в решении актуальных проблем, прежде всего на местах, разработку предложения по внедрению современных механизмов осуществления общественного контроля, в сфере внедрения инноваций в отрасли экономики, формирование механизмов продвижения и практического использования отечественных инновационных идей, разработок и технологий, организацию проведения научных исследований, направленных на содействие ускоренному развитию национальной экономики с учетом быстро меняющейся мировой конъюнктуры рынка, разработку принципов и содействие внедрению технологий зеленой экономики, предусматривающей повышение производительности с применением экологически чистых технологий, позволяющих снизить уровень загрязнения окружающей среды, активное содействие росту инновационного потенциала республики, эффективности деятельности свободных экономических и малых промышленных зон, технопарков, а также логистических хабов. Содействие формированию сценариев средне- и долгосрочного развития отрасли экономики во взаимоувязке с макроэкономическими, налогово-бюджетными, денежно-кредитными параметрами, а также с оценкой воздействия интеграционных процессов на экономику. Кардинальное совершенствование сферы услуг, повышение их качества и роли формирования валового внутреннего продукта, прежде всего за счет внедрения инновационных разработок и технологий, внесение предложений по коренному повышению конкурентоспособности туристской отрасли путем выработки и внедрения инновационных подходов и технологий, предупреждение диспропорций в экономическом развитии регионов за счет расширения масштабов внедрения инноваций и диверсификации экономики территорий, ускоренного развития отстающих районов и городов. В сфере внедрения инноваций в сельское хозяйство внесение предложений по внедрению современных апробированных форм сельскохозяйственного производства, основанных прежде всего на концепции «умное сельское хозяйство», позволяющих рационально использовать имеющиеся земельные, водные и иные природные ресурсы, оказание содействия во внедрении инновационных идей, разработок и технологий в аграрный сектор, позволяющих максимально автоматизировать сельскохозяйственное производство, существенно повысить урожайность и улучшить финансовые показатели, а также обеспечить продовольственную безопасность страны. Содействие в расширении рынков сбыта и прямых поставок сельскохозяйственной продукции посредством обеспечения ее конкурентоспособности на мировом рынке, в том числе при помощи крупных ритейлеров. В сфере внедрения инноваций в социальное развитие
оказание содействия в продвижении инноваций в системе образования, в том числе путем внедрения современных, интерактивных и творческих методов обучения, обеспечение разработки инновационных учебных программ, предусматривающих широкое использование цифровых технологий, содействие в ускоренном развитии системы здравоохранения, в том числе посредством внедрения передовых технологий, концепций «умная медицина» и «единый медицинский информационный центр», обеспечивающих раннее выявление и профилактику заболеваний, а также создание дополнительных условий для роста продолжительности жизни населения. Оказание содействия в обеспечении динамичного развития градостроительства исключительно в соответствии с генеральными планами, проектами планировки и застройки с учетом передовых стандартов, предусматривающих в том числе внедрение концепций «безопасный город», «умный город», создание культурных, спортивных и иных объектов, обеспечивающих необходимые условия для популяризации здорового образа жизни. В сфере внедрения инноваций в систему охраны окружающей среды и природопользования разработка инновационных технологических решений, направленных на снижение загрязнения окружающей среды, включая снижение выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух, сбросов сточных вод в водные объекты, сохранение биологического разнообразия и экосистем, поддержку практического применения инновационных идей и разработок по охране окружающей среды, рациональному потреблению и воспроизводству природных ресурсов, включая использование альтернативных источников энергии, технологии энергосбережения, производство экологически чистого автотранспортного топлива, пыли и газоочистных технологий, разработку предложения по совершенствованию системы водопользования, в том числе путем внедрения инновационных технологий очистки, опреснения, повторного использования сточных вод и водосбережения. Разработку научно обоснованных предложений по внедрению высоких технологий переработки бытовых и промышленных отходов, в том числе для производства энергии и биоудобрений. Разработку и реализацию программ по сокращению энергоемкости и ресурсоемкости экономики, широкому внедрению в производство энергосберегающих технологий, расширению использования возобновляемых источников энергии. В сфере инициирования, координации и стимулирования внедрения передовых технологий, создание эффективной системы стимулирования инновационных исследований, идей, разработок и технологий, а также генерирование перспективных фундаментальных и прикладных исследований и новаторских идей, в том числе посредством совершенствования нормативно-правовой базы, всестороннюю поддержку инновационных научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ путем предоставления льгот и преференций, организации выставочных мероприятий, налаживания тесного взаимовыгодного сотрудничества с ведущими зарубежными научно-исследовательскими учреждениями, координацию деятельности в части научно-исследовательских работ образовательных, научно-исследовательских и иных учреждений, научно-экспериментальных специализированных лабораторий, центров высоких технологий, технопарков и иных инновационно-ориентированных структур по разработке высокотехнологичной продукции, а также содействие в укреплении их материально-технического и научного потенциала. Создание, в том числе путем привлечения ведущих мировых производителей, современных научно-технологических комплексов по разработке и коммерциализации инновационных идей, разработок и технологий, бизнес-инкубаторов, стартап-акселераторов, а также оказание содействия в развитии IT-инфраструктуры. Инициирование разработки и внедрение проектов по локализации современного высокотехнологического производства, в том числе транспортных средств нового поколения, робототехники и иных видов высокотехнологичной продукции, с учетом долгосрочных потребностей и тенденций технологического развития. Разработку эффективных механизмов, способствующих внедрению, продвижению на внутренние и мировые рынки отечественной инновационной продукции, в том числе на основе оформленных международных патентов и лицензий. Особое внимание в указе уделено вопросу создания законодательных основ внедрения инноваций. В этой связи будут разработаны проекты законов об инновационной деятельности и о науке, определяющих в том числе принципы государственного регулирования и формы поддержки научной и инновационной деятельности, расширение возможностей использования инновационных идей, разработок и технологий. В целом, создание Министерства инновационного развития призвано обеспечить реализацию единой государственной политики в сфере инновационного и научно-технического развития. Новое ведомство обеспечит мобилизацию имеющихся ресурсов и средств для реализации инновационных идей, разработок и технологий с рациональным использованием бюджетных средств.
В конечном итоге данные меры будут способствовать динамичному и устойчивому развитию всех сфер жизнедеятельности общества и государства.